Я первый раз разбираю линк, чтобы посмотреть на смазку и количество смазки. До этого я был крайне удивлен, почему линки ходят год. Теперь все лично мне стало ясно. Вот такая консистенция. Тут два вида смазки, как вы видели. Вот это по плотности, ну, крем для рук. Вот правда. Вот такая вот жидкая. Что будет летом при температуре 50 градусов с ней, например? Ну, зимой это понятно. Вот так вот, ребята. Так что сейчас буду все вскрывать и набивать свою смазку. Потому что вот это вот, это не смазка. Я разобрал второй линк. Максимально вычистила туда смазку. Вот. В первом линке я уже смазку подобрал. И вот почему. То есть некоторые там литолом, еще чем-то, как какой-то фигней намазывают. Я не великий специалист, но для меня что было важно, чтобы смазка не отрывалась от шара
при нагрузках. Вот оригинальную смазку я сохранил, чтобы показать, что мне в ней не понравилось. Что же мне в ней не понравилось? Ну, как я уже ранее сказал, консистенция, ну, это вот крем для рук. И второе, что мне не понравилось, это при нагрузках шар остается голым. Вот два отклонения, масляный разрыв. Вот что мне не понравилось. Оп, и все. Смазка поднялась, шар оголился. Это вот я оставил специально один наконечник, чтобы показать, что же мне не понравилось в этой смазке. Естественно, я попробовал другие смазки, которые у меня были, литолы и прочие вещи, и оказалось, что смазка для редукторов нулевая, для электроинструмента, не создает масляного разрыва. Вот смотрите. Я вращаю шар. Ну, понятное дело, что на автомобиле шар не вращается. Но идея была какая? Чтобы увидеть масляный разрыв. Разрыв пленки. Здесь у нулевой смазки для электроинструмента и редукторов ультра ноль. Разрыва масляной пленки нет. Вот я шар вращаю. Ну, повторюсь, шар в реальной обстановке не вращается. Он двигается вот примерно так. И как можно видеть, разрыва масляной пленки не происходит. Литол мгновенно при максимальной нагрузке отклонения шпильки возникает масляный разрыв на шаре. Ну, естественно, со временем он собирается под резинкой, и конструкция умирает. Еще раз покажу оригинальная смазка, оригинальное наполнение шпильки. Вот одно поступательное движение, ну, предположим, стойка работает вот так вот, и шар голый. Ультра ноль для редукторов. Разрыва нет. Это мой эксперимент, так как я каждый год просто устал покупать стабилизаторы или линки. Поэтому сразу новые линки я заменю смазку, уберу заводскую, ультра ноль помещу сюда и посмотрим, сколько они проживут. Кстати, при заполнении шарового пространства шар на этапе смазки надо смазывать, и вот таким образом это все смазывать. То есть не просто навалил смазки, а поработал шаром, чтобы смазка по возможности прошла сухарь. Повторюсь, смазка ультра ноль для редукторов. Все, как некоторые показывают старую стойку, надо вот как-то восстановить, обжать, стукнуть. Считаю, это
это действительно пустой трата времени, потому что надо просто купить новые линки, сразу разобрать и сразу смазать. Вот, пожалуйста. Видно, как смазка липнет к шару, не создает масляного разрыва. Так, следующий шар. Таким вот образом. Так. Ну что, еще одна сторона осталась у меня. Вот таким образом добиваемся исключения разрыва масляной пленки. После разработки шара, когда смазка проникает в сухарик, вот, происходит такая некая фиксация смазки с телом, как я понимаю. То есть в данном случае шар и сухарик. Ну вот и все. Теперь. Это вот, кстати, вот самый первый я помазал вчера вечером. Сейчас я еще его наполню. И все. Так. И продолжаю наполнять и двигать шар не сильно, чтобы смазка могла не выдавливаться, а проходить сухарик. Вот, ну вот так вот красиво получается. Сделал я наполнение. Сейчас одеваю резиночки, но перед этим я вам покажу наполнение. Вот таким вот образом. Ну, надеть, естественно, будет, конечно же, непросто. Так. Все, резиночку надел. Протираем, обезжириваем, чтобы руки не скользили. Заводим стяжечку. И весь секрет установки стяжки в том, что надо оттягивать вот в этом направлении. И чуть-чуть на себя. То есть вот установили. Держим. Повторяюсь, это все должно быть без масла, иначе будет очень все грустно. И оттягиваем. Ну, естественно, сразу, конечно же, не бывает так. Потихонечку оттягиваем. Оттягиваем. Оттягиваем и прокручиваем резиночку. Помогаем резиночке. Резиночки помогаем. Вот так вот раз.
оттягиваем на себя, на себя, на себя, на себя, на себя. Все. Ну, дальше выровнять-то, если перехлестнулись кольца таким же образом. Раз. И назад. Вот так вот. И выводим стяжечку. Хоп. Все. А! Соскользнула. Минуточку. Сейчас мы ее вот так вот раз. И все. Ровненько поставили. Все. А по обзорам тех, кто разбирал СТР, у них вода попадает именно через это место. То есть по мере отклонения и износа резины вот, она ослабляет контакт с болтом, так называемая герметичность нарушается, и происходит попадание воды. Поэтому я сейчас спиртом вот промою вот это вот место от масла, ну, ваточкой аккуратненько, и проклею, так как здесь у нас хомут не предусмотрен и надеть его совершенно невозможно. Здесь еще раз вода у нас попадает вот таким вот образом. Вот таким вот. Поэтому сейчас я это место обработаю. Значит, я протер спиртом вот этот вот промежуточек. Почему? Я его, значит, проклею. Эти стойки не предполагается больше обслуживать. Вот. Но суть в том, что здесь нет никакого уплотнительного кольца, и вот я вот легким движением, собственно, вот создается такой зазор, через который попадет влага, и просто под действием вот этого штока оно будет всасываться вовнутрь. Поэтому я вот протер спиртом. Сейчас я резинку подгоню на место. Вот таким вот образом. Не знаю, получится или нет. Ну, идея такая, так как контакт вот этот вот надо исключить, закрыть, поэтому вот клеем я его сейчас проклею. Обслуживаться эта стойка больше не будет, поэтому я делаю вот таким образом. Так как резина очень хорошо клеится суперклеем, соответственно, вот это вот соединение, место контакта с металлом, за место стопорного кольца, если так можно выразиться, я вот просто вот приклею. Если вы знаете способ приклейки резины к металлу другим клеем, ну, я вот не знаю. Ну, излишки, наверное, вот я вот таким вот образом удалю, дабы не создавать толстую пленку. Ну вот как получилось проклеить. Повторюсь, это необходимо лишь только для того, что эта конструкция не имеет вот такого вот запорного кольца. Соответственно, сейчас я их сделал, можно сказать, одноразовыми, то есть осуществил герметичность со стороны вот этого упорной гайки. То есть это вот только ради этого. Посмотрим, сколько проходит.